Привет, друзья, мы начинаем, и теперь человек, ангел мой, друг мой. Привет-привет. Да. Всем привет. Сейчас попробует первое движение кисточкой. Она даже еще не знает, как кисточку держать. Я не знаю, как ее держать. Да, я не... и какую брать кисточку, большую или маленькую. Вот показываю, да? Да. Почему так долго готовились? Да. Мы готовились. Людмила знает, как разложить краски. Это не я, это мне показали. Я показал. Вот видите, какие так делать. Красивые они эти. Они кучками, как обычно на маркете. Да, такими червячками. А именно линиями, чтобы они не смешивались. Да. Тогда легче ориентироваться. Да. Да, стакан воды. Все очень по-честному. Да. Кисть. На самом деле, я держу впервые. Кисть деревянная. Деревянная, намоленная. Она вся вон, вся в не знаю даже да. в чем. В каких-то метках великого да. мастера. Да. Вот. Да. Я спросила, почему такая большая. Говорит, хочешь поменьше? Я говорю, нет, пусть будет такая. Да, попробуй. В детском саду да. нарисовала шедевр. На мой взгляд, мне казалось шедевром. Я нарисовала дерево. Зеленые, там сидели птицы, над ним светило солнце. Ты показывайся пока, чтобы тебя видели. Да, короче говоря, сейчас я сяду в краску, и все будет хорошо, и все этим закончится. В общем, я нарисовала вот удивительное дерево, как мне казалось, волшебное дерево. И с такой радостью ждала, когда воспитательница в детском саду посмотрит на этот шедевр, оценит его. И проникнется вот всей этой атмосферой, которую я попыталась там передать. Вот она долго хвалила, значит, кого-то, потом еще долго кого-то, потом еще кого-то. Потом, значит, о ком-то она сказала, что это, ну, может быть. И о ком-то, что это чудовищно, это была я. Вот. И с того момента во мне засела такая мысль, что я никудышный художник. Вот просто никудышник. Обратите внимание, мы все думаем, вот они художники, а мы кто? А на самом деле, кто учится по шаблонам, как именно надо рисовать, как правильно, как тени расположить. А великие художники, несмотря на то, что они кончили художественную академию или школу, рисовали так, как они чувствовали. По наитию, потоке. По наитию, да. Поэтому они неповторимые. Называется авторская живопись. Я тоже авторскую живопись рисую. Вот так. Давай. Приобщимся к великому. Бери любой цвет, который тебе в голову там сейчас приходит. Бери. Ну, сразу. Как говорится, бери кисточку, макай в краску. Да. Так. Да? Бери вот так, с кончиком. Начнем. Прям ничем не разбавлять не надо ее? Вот водичка, если захочешь, разбавишь. Краски акриловые. Вот есть полотенце такое, да? Специальное. Да. А для чего разбавляю? Для того, чтобы что? Вытирать. Для того, чтобы... Ты сейчас все поймешь. А все, и увидишь сам. Начинай, и сама да? увидишь. Да. Давай. Все. Делай, как хочешь. Да, чем больше ошибок, первый тем мазок? Богаче будет картина. Первый мазок? Да, давай, поехали. Едем? Ехали. Да. Вот и какая молодец. Слушай, возьмите кисточку, нарисуйте солнышко. Да, вот. Бери теперь другую краску. А это бери. Надо споласкивать после этой? Слушай, я тебе буду помогать. Да? Да, я буду вот так вытирать ее, чтобы кисть всегда была чистой. А, вот. Чтобы не получалось грязь. Все, поняла. Сейчас вы все научитесь, кто еще не умеет. А кто умеет, нам подскажет, как нам лучше рисовать. Мы в формате коллективный разум. Давайте советы, пишите комменты, какие что добавить, вещи? Что исправить. Вы... О чем вы? Я даже не спрашиваю, что она собирается рисовать. Я понятия не имею. Понятия не имею. Самое главное, как душа разделить, да? Да. Самое главное, чтобы мольберт не рухнул, потому что он не очень устойчив. А если упадет, мы его поднимем. Да. Делов-то. Да. Давай. Честно. Вот. Как говорил мой друг Рахман Шахареев, один из лучших цветников Москвы был. Картина не забор, поэтому надо много разных интонаций делать. Это не забор красить.
Поэтому ты берешь, делаешь интонацию, добавляешь другого цвета, чтобы объемы были, рельефы были. А что ты хочешь рисовать, ты мне можешь не говорить. Может, кто-то уже догадался, друзья? Артемьева рисует, боже ты мой. А вот вы представляете, если мы ее сейчас научим рисовать своей моральной поддержкой. Извините, я вам не передам. Но это очень деликатная увлекательный дама. Процесс. Деликатная дама. Очень увлекательный процесс. Да. Так. Да? Сейчас, подождите. А можно я тоже мазну что-нибудь? Да, пожалуйста, легко. Так, легко. Друзья, мне обычно, когда мы ведем с кем-то беседу, говорят, не перебивайте собеседника, пусть он скажет, а тут я перебиваю, говорю, а можно я тоже добавлю чего-то? Да. Да. Ну, я возьму другую кисточку. Другую кисточку? Вот эту. А ты можешь мне вот так немножко? Так. Вот так. Сейчас смотрим. И мы сделаем здесь. Так, вот прям вот так, так вот, да, уже прямо? Так. Ох, здорово. Эй, как здорово! Подожди, возьми еще. Так. Возьми еще. Еще? Еще, да. Так. Здесь как хорошо, ушко. Так. А ты давай дальше, дальше. У меня, понимаешь, у меня все по тонам. Так, давай, давай. Так, да? Так, берешь и так вытираешь, да. Чтобы кисть всегда была чистая. Ага. Да, у нас очень хороший, серьезный акрил. Очень хороший. Серьезный. Да. Чем он хороший? Надо соответствовать этому серьезному акрилу. Да. А вода для чего? Напомни, пожалуйста. Вода на всякий случай. На всякий случай, да? Сейчас мы, да, будем. А, чтобы прям, чтобы чистота была легче, такая, чтобы да? Чисто было, а, да. Вот, давай я тоже. Да, вот видите, я водичку окунул, чтобы чистить. Слушайте, на самом деле, невероятный увлекательный процесс. Схожий, ну, разве что, я не знаю, с какой-то медитацией, я ими не очень увлекаюсь. Так вот, но, во-первых, да, во-первых, дело неведомое, во-вторых, очень увлекательное. Слушай, малыш, дай, пожалуйста, вот краски. Третье. Вы простите меня, я же уже человек взрослый, я говорю малыш, потому что мне так приятнее, потому что я вижу, в-третьих, что я нельзя к этому относиться серьезно. Да. Это игра. Посему... Делаем это да, увлеченно со слюнкой. Я уже хочешь рисовать. Я? Почему нет? Это я. Это я. Самое главное – раскрепощенность. Вот Райков гипнотизировал детей и внушал им в гипнозе, что они великие художники. И они лучше рисовали. Потом я вычислил, в чем дело. Оказывается, он их снимал страх, вселял уверенность. А это можно делать с помощью раскрепощения. Например, мы говорим, делай больше ошибок. Чем больше ошибок, тем богаче живопись. Да, делай больше ошибок. И тогда человек не боится, свободнее рисует. Да. Вот и как дети спасетесь, да? Да. Так, можно я сейчас немножко красного возьму? Давай. Так. Кто какой, видишь? Так, 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 думай, думай. О! Так. Ну ты прям уже как этот, Рембрандт. Ну да. Понимаешь? О, классно получается, да? Да у тебя-то, конечно. Нет, у меня тоже, мне нравится. Я ну, же что тоже это? Не учился никогда, ни в худучилище, ни в академии художества. Просто взял и стал рисовать. И мой сын Олен тоже художник, столько выставок мы с ним сделали. И он член Союза художников, и я, и ты будешь сейчас членом Союза художников. Серьезно? Потому что... Буквально через пару месяцев ты будешь так рисовать, что у меня друг Петров, там большой начальник в академии, я его попрошу, чтобы он посмотрел твои картины, сделали тебе выставку, да, сделали тебе выставку и присудили тебе членство Творческого союза художников России. Да, конечно. Давай я не буду никаким членом, а просто буду. Да. А можно я тебе чуть-чуть? Да, пожалуйста, пожалуйста. А потом, да, потом вот, а вот так вот. Ой, как это здорово. Видишь? Видишь?
Вот так вот. Чтоб ты посмотрела, как можно делать, видишь? Все поняла. И так, и так, и так, и так. Да. И так. Как это прекрасно. Да. Теперь давай фантазируй. От души. У меня друг есть, Александр Ано, он говорит, есть художники, которые рисуют как могут, а есть художники, которые как хотят. Это высший уровень уже. Да. Но чтобы перейти от первого уровня ко второй, тебе надо хотя бы пару раз ко мне прийти. Да? Потому что ну, ты сразу не сможешь рисовать как хочешь, потому что ты не знаешь, как тряпочку вытирать. Как я? Да, вот самое главное, да. Знаешь, знаешь, да. Я, да, я вот это вот не очень, как тряпочку-то вытирать, ты понимаешь? Видишь, вон сейчас, а сейчас, да. Не думай, не думай, главное давай, дерзай. Точно. Думать не надо, думать каждый может. А где у нас зелененький-то был? Зелененький, он был, а вон он, наверное, давай я не убираю от тебя. Да. Держи. А, вот он, подожди, это синий. Это синий. А где же зеленый-то? А лента у меня. А мы что, зеленого не взяли? Что? Ой, забыли зеленый положить. А вон там есть зеленый, вон там прямо на пене. Иду, иду. Слушай, а лента стоит, как говорится, на шухере, наверное. И смотрит, как мы рисуем. Так. Подожди. А Лен, привет, привет. А, зеленый, зеленый, зеленый. Да, да, зеленый, давай. Сейчас, подожди, сейчас его. Ну пока. Есть, есть, есть. Вот он, вот он. Пока люди еще зеленые, но еще, наверное... Как же без зеленого-то? Да, но еще, наверное, держи. Есть такие точечки зеленые. Так, а я зелененького добавлю. Да, ты зелененький, где ты хочешь. Посмотрим, у нас получается синергия. Ну, она-то вообще сразу случилась, синергия. Да, но мы сейчас вместе, без конкуренции. Без самоутверждения. И позерства. Да, и позерства. Помогая друг другу. Ну-ка. Делаем деревья. Делаем самые разные вещи. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Так. Это мне нравится. Интересно, правда? Да. Вы как дети, друзья. Слушайте, будьте как дети, будьте естественны. Соедините свой взрослый опыт и ум с детской непосредственностью, и у вас будут получаться шедевры. Это секрет. Это секрет. Это наоборот, это отсутствие всякого секрета. Да. Взял? Как творить. И творишь. Да. Понимаешь? Видишь как? Так. Ага. Так. Это он куда поехал куда-то? Эвана куда? Куда-то он поехал. Да. Так. Куда-то он приехал. Кто-то звонит, мы посмотрим. Ты продолжай, продолжай, не обращай внимания. Так. Алло. Здравствуйте, дорогой. Да, Евгения, приветствую вас. Да? Ну, мы сейчас рисуем с нашим очень удобно как раз. С художником. Очень. Давайте мы включим вам сейчас видео, включим. Подключим. Да, я еще не дома, я вот... А, ну тогда позвоните, когда дома будете, а то мы сейчас... С нашим великим актером мы тут рисуем. Да, с художником. С художником. Да. Так. Так, 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 так. Мы сделаем великую картину. Так. Где мы здесь? Да, мы сделаем великую картину, фантазию. Закрываю вам обзор. Так. По-моему,
там девушки не хватает. Это же молодой человек. Да, а куда мы ее втиснем сюда? Втиснем куда? Сюда? А мы ее в виде птички нарисуем. Давай. Птичку. Давай. Сейчас. Ворону или кого? Вот тут. А любую. Вот так. О, летит. Летит. Дерево. Это мы такой лестничкой поставили. Так. Еще одно дерево. Ой, как симпатично получается. Мне уже нравится. Так, сейчас, подожди-ка. Вот еще оранжевое видео. Вот здесь, да? Так. Тут тренога не выдерживает нашего напора. Ничего, другую поставим. Ой, держи. Свалится, наклонимся над ней и будем рисовать. Покажись, покажи свою красоту, вот покажи. Это. Да. Так. Вот. Все к нам запросятся рисовать. Устроим тут коллективный разум. А, на самом деле очень освобождает мозг, да, от какой-то лабуды, да, вот каких-то внутренних диалогов, которые, да, 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 бывают. Разгрузка получается. Да, разгрузка абсолютная. Мало того. Смотри, как симпатично. Посмотри, смотри, что получается. Мы вдвоем. Да. Людмила первый раз в жизни. Я уже рисовальщик, да. Но при этом, смотрите, смотрите, что происходит. Только за счет человечности, человеческого общения, но поддержки друг друга. Ну тут, конечно, поддержка очень мощная. Тут вот чего уж тут уж скрывать сегодня, уж. Да, ты меня поддержала сегодня. Я поддержала. Да, конечно, вот мы делали ролик с Оленом. Да. Ты так сначала, о чем мы будем говорить? Потом я говорю, мы будем говорить о том, как людям помочь. И ты, ура, давай помогать. И мы начали помогать. Вот у тебя это хорошо получается, ты добрый человек. Да? Да? Нет, когда, знаете, еще часто бывает, когда кто-то верит в тебя, ну прям вот очень-очень и по-настоящему, ты сам начинаешь верить, что ты это можешь. Правильно. Это, кстати, тоже великая, да, великая вещь. Вот то, что, собственно говоря, Вселенная принимает больше, чем я, а она принимает больше мы. Мы. Вот. И чем сплоченнее в любом деле, конечно, самое замечательное, если это дело хорошее, творческое, вдохновенное, тогда действительно все получается, все спорится. Вместе мы сила. Это да. Вместе мы поможем всем. Так. Что еще у нас зелененькое, синенькое? Вот. Самое главное не бояться рисовать. А что ты боишься? А что, с чем отличается? Надо у нашего Романа Газенко спросить. Смелость от храбрости. Чем отличается? Он же у нас психолингвист. Вот он придет, я ему не обязательно спрошу. В данном случае я рисую смело. А ты рисуешь смело или храбро? Я? Да. Отважно. 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 Спросим у Романа, чем отличаются эти слова. А если вы знаете, пишите комменты. Да. Смелость, отважность и... Давай мужество еще возьмем. Мужество. Мужество. Мужество, да. Да, и мужество. А есть еще прекрасное слово «пофигизм». Да. Вот теперь мы смешиваем мужество, отважность, смелость и пофигизм. В одну кашу, да, кашу или в одну гармонию? Ну, гармония. Чем отличается гармония от каши? От каши? Да. Консистенции. Если каша сделана с душой, то это будет гармония. Гармония. Правильно? Правильно? Да, 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 вот. Да, совершенно верно. Да. Все относительно, как сказал Альберт Эйнштейн. Понимаешь. Так. Понимаешь. Смотри, 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 что делала на мою сторону. Зашла на твою территорию. Потому что она видит вещи целостно. А потому что у тебя вкусно. Правильно, она видит вещи целостно, целостно. Вот еще необработанная какая-то поверхность. Слушай, а там симпатично как. Посмотри, посмотри, как получается. Там целый спектакль. Братцы, присоединяйтесь. На самом деле, просто я поняла, что это такое. Это не магия.
а это отпускание своих, скажем так, каких-то привязок, своих комплексов. Просто покупайте краски, выбирайте настроение, да, включайте музыку. Если есть люди, которых вы любите и которые вам, ну, скажем так, могут сказать какие-то хорошие слова, напутствие, поддержать, а если еще присоединяться к вашей творческой, так сказать, проявленности, то это вообще красота. Ой, ой, как ты хорошо говоришь. Я? Почему ты не писатель, а артист? Я не писатель, я игратель. Что я у тебя тяпну какой-нибудь красочки? Давай. Мне кажется, ты знаешь, за что я тебя люблю? Потому что чёрный? ты творец. А, слушай, как ты. Смотрите, как красиво намешаны краски. Получилось. Вот. Смотри, мазня как... там получилась. Какая красивая мазня. Красиво, да. Да? Один видит лужи облака, а другой красота. Видит лужу. Да, вот. Подожди. Да, вот наша Людмила видит облака в луже. Облака в луже. Так. Так давай же их и добавим, смотри. А я? Как красиво вот это вот, да, все. Давай добавляй. Подожди. А я, как говорится... Вышла. Вот. Что-то зелененькое, да? Так. Оптимист я, как это сказать, который никогда... Ну, ой, забыл. Сейчас я сопоставлю два слова. Это будет такой зычек маленький, как лишний. Чем помочь? Так, вспоминаю. А я безнадежный оптимист. Безнадежный оптимист. Это, да, вот такой парадокс, да? Безнадежный оптимист. Так. Ой. О, да. Оттяните это все. Ну давай, оттяни. Так. Оттяни. Угу. Эй, да. Знаешь? Да. Вон как. Надо друг друга хвалить. А смотришь же на птицу. Да. И когда ребенок рисует, надо его поощрять. Надо Да. Крылья растут, и он так рисует. Вот я себя поощряю, я говорю, какой я гигант. Да. Вот я смело беру вот так, вот прямо делаю, не задумываясь. Прямо так делаю, не задумываюсь. Да? И теперь получится у нас шедевр. Вы в следующий раз придете, посмотрите, что мы здесь такое натворили. О! Понимаешь? О! О как! О! Круто, да? Круто! Очень круто! Очень круто! Главное не бояться, друзья. Главное верить в свои... Сущность, сущность какая у нас? Хорошо. Творцов, каждый человек нормальный. Творец. Творец. А здесь мы немножко. Вот так. Здесь мы немножко вот так. Вот. Одним движением можно исправить улыбку на грустное состояние. Да. Или наоборот. И вот здесь вот так, смотрите. Взял. Это не, это смелее. Закаякал. Сейчас мы посмотрим, что мы, что из этого сделать. Когда делаете как-то вот так, не бойтесь, потому что вы можете исправить и станет еще лучше. Да. Ошибки не бойтесь. Чем больше ошибок, тем богаче живопись. Да. Да, сейчас увидите. Неотлично. Ой, как интересно, это вечереет, что ли? Вечереет. Да, похоже на закат. Да, интересно, да? Угу. А птичка-то летает у нас, или она там... Она зависла. Зависла в воздухе. Зависла что-то, да. Надо ей... Как-то ей там одна... Да. Что-то ей там добавили. Потому что она одна? Может, да, может быть одна. Давай. Сейчас. Сейчас мы сделаем. А я люблю птиц наблюдать в окошке. Я всегда удивляюсь, вспоминаю, что Христос говорил. Видите, не сеют и не жнут, а живут и летают.
Да, это вот пример ставил кому-то. Кто в курсе дела, напишите комментом. Сейчас мы все сделаем. Удивительное, да, действительно, такое состояние, очень странное. Это муки и кайф творчества. Да. Муки и кайф творчества. Мы сейчас здесь делаем птиц, мы сейчас здесь делаем деревья, мы сейчас здесь делаем много чего. Давай. О, посмотри, что происходит. Так, видали? Так. Видали? Давай белила теперь попробуем где-нибудь. Не зря же нам курьер привез белила. Мы уже в белилах и испортили половину мебели у Хасая. Да. Все в белилах. Да ничего. Он бегал с тряпкой, все вытирал. О, смотри, как симпатично получилось. Так, это мы что это делали? А, вот оно что. Вот оно как. То есть все вот так вот, да, и смешивая, да? Ой, смотри, как симпатично. Сейчас будет здорово. А я заодно и говорю, как симпатично, как хорошо, как здорово. Я одному математику, который никак задачу не мог решить, меня друзья повезли, помогли ему решить задачу. А я говорю, я же не математик, но я стоял у его плеча, я ему все время говорил хорошие слова. Я говорю, какой ты молодец, какой ты молодец. Ты посмотри, какой молодец, и он решил задачу. Да. Потому что поддержка это... психологическая была. Потому что человек теряет иногда уверенность в себе. Это же так. А если его все время хвалить, у него крылья растут. Видите, черное. А представьте себе, сейчас бы нас с Людмилой попросили начать рисовать, а мы бы набрались ответственности. Да если бы Пушкин такой ответственности набрался, такой сильной ответственности, у него бы перо выскочило из рук. Выскочило бы. Страх ошибки. А мы поэтому у себя вызываем состояние ответственность плюс вдохновение. А чтобы вызывать вдохновение, это раскрепощение. А это значит... Вот мне опять звонят. Сейчас мы секунду. Так. Атаманова, Евгения Атаманова, приветствую вас. Серьезная девушка такая красивая. А мы тут с Людмилой рисуем. Здравствуйте, мы тут кисточками балуемся и красками. Здравствуйте. Это прекрасно. Понимаете? Да. Медитация. Это то, что на сегодняшний день необходимо всему нашему информационному полю. Да, я слушаю, я извиняюсь, я очень занят сейчас, у меня люди, позвоните через... Понимаете? В хороших эмоциях. Вот. Конечно. В правильных эмоциях мы таким образом влияем на все наше информационное поле, на все эти хроники Акаши, золотые все циндры, как там нужно. Совершенно верно. Да, не разговаривая разглагольствуя об этом, а просто брать кисточки и творить. И творить, правильно. Вот, кто как? Я показывал, как... Я разглагольствую. Я показывал, как вы там рассказывали, диалог у вас был насчет... Люди должны начать с себя. Да. Да, вот ваш диалог я смотрел на видео и показал Людмиле. Она тоже посмотрела и понравилась. Конечно, понравилось. Прекрасные размышления, ощущения, миропонимание. Мы как раз занимаемся, что значит начать с себя. Вот мы и начали с себя. И начали творчеством заниматься. Абсолютно точно. И вообще, как бы, конечно, нужно всем стараться превращать в творчество и в медитацию все свои действия по жизни. Знаете, да? Когда делаешь что-то осознанное с любовью, это становится и медитацией, и творчеством. Чем ли мы занимались? Да? Писали картины, писали музыку, писали сказки, готовили еду. Занимались спортом, знаете, вот сегодня слушала прекрасный диалог Хасая с Аланом Амиевым и прекрасная формулировка о том, что была физическая культура, да, вот когда у нас отовсюду убрали культуру, тогда все и началось, как бы падение вниз. Когда мы вернем культуру во все, культуру быта, культуру общения, культуру взаимодействия, культуру творчества, не как бы будем потворствовать этому страшному постмодерну, который нам внедрили, тогда все будет хорошо. Отлично. Вот твой монолог сейчас записались.
записать. Да вы что? Да. Да, да, да. Женя, ты скажи четче Евгения Атаманова, чтобы все знали, сбросишь туда комментом свой адрес, чтобы если люди захотят у тебя вопросы какие-то спросить, там задать комментом. Хорошо, если не хочешь, не сбрасывай, это у нас такое открытое. Я с удовольствием брошу ссылки на свои сказки, я вот ими как раз делюсь. Так. Ой, сказки, сказок очень не хватает, сказок не хватает. Потому что сказки я это... Я думаю, вам понравится глава про весны, про женские круги. А я с радостью, да. Не хватает, да, конечно, да. Хороших сценариев, не хватает вот хороших, добрых детских фильмов. Сейчас, конечно, идет хорошая тенденция и попытки восстановить вот эту вот связь поколений, да, через от бабушек к внукам, пытаются, конечно, пытаются, стараются. Не все попытки удачны, но называется с почином, братцы. Лед тронулся. Да. Самое главное. Совершенно верно, да. Хватит разглагольствовать, так мы делаем, не так. Просто бери и делай. Будем вот так собираться и заниматься коллективным разумом. Да. Обучаться синергетическому общечеловеческому общению. Когда нет самоутверждений, конкуренции, когда есть совместное творчество. Когда мы хотим что-то создать вместе. Вот мы в данном случае хотим создать понятие доброты, потому что не красота только спасет мир, а доброта спасет мир, а созвучие, сотрудничество, сопереживание. Да. Ну это же сказали до нас еще тысячу лет назад. Да. Мы просто на деле это показываем. Не помню, у кого я слышала формулировку о том, что не красота спасет мир, а понимание красоты спасет мир. Когда мы начнем понимать красоту, когда мы начнем, знаете, вот по-настоящему понимать идеи Христосознания, о том, почему же, о чем же говорил Христос, когда говорил о том, что любовь, да, как бы спасительница, но нужно понимать ее правильно, да, когда мы начнем нести ответственность за каждую свою мысль и будем наполнять ее любовью, а не страхом и красотой. Вот тогда у нас и красота будет нас окружать, и любовь нас будет окружать. И как вы помните, отца, я же очень люблю, да, как бы вот эту первую молитву, которая на арамейском, я не помню, я вам присылала же перевод подстрочный, который я делала сама из подстрочного перевода именно с арамейского языка. Я очень люблю перевод староверов, молитву «Отче наш», и очень люблю вот эту подстрочную, потому что мне кажется, что это вся сакральная мудрость Вселенной. Давай, и про самую квантовую физику, и про культуру, и про все. Вот все вообще в одной, как бы, в одном небольшом тексте сказано в той самой Нагорной проповеди. Давай. Надо чаще говори, с первоисточником. Да, скажи эту Нагорную проповедь еще раз. Может, кто-то не слышал. Мало ли чего. Слушайте, но я наизусть могу сказать староверов. Нет, ты просто скажи. Который был у староверов. 2-3 строчки скажи достаточно, мы поймем. О, дышащая жизнь. Имя Твое сияет повсюду. Освободи пространство, чтобы проходить Твое присутствие. Представь в Твоем воображении Твое «Я могу сейчас». Облеки каждое Твое желание во всякий свет и форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждый день. Раздвижи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которые мы связываем проступки других людей. Помоги нам не забывать наш источник, но освободи нас от незрелости, не пребывать в настоящем. От Тебя возникает всякая сила и видение и песнь от собрания до собрания. Пусть все наши следующие действия произрастают отсюда. Аминь. Это Да. Провед. Аминь, да. Okay. Аль-Газали, один из столпов суфизма, сказал, познание Бога начинается с познания себя. Так вот. Да. Да. Так что все религии говорят об одном и том же. Об одном и том же. И Далай-Лама говорит об этом. О сопереживательности, о доброте, о сочувствии, о созвучии. И в христианстве, когда Христа спросили, ты говоришь ближний, люби ближнего, а кто ближний? И тогда Христос рассказал, притчу о самарянине. Он сказал, шел по Самарии там какой-то человек, ну, наверное, человек там, его побили, поколотили там, еще чего-то.
а никто не помогал, а вот самарянин или кто-то там ему помог, и омыл, умыл, и накормил, и еще деньгу на дороге дал. Кто говорит ближний для человека? Он говорит, конечно, там каждый, и самарянин, и, то есть вот так любите ближнего. Это не зависит от веры, не зависит от религии, не зависит от того национальности. В этом христианство. Абсолютно точно. Да, это планетарная философия, тоже... Красота получается. Красота. Очень мне понравилась вот эта осетинская мудрость, которую я услышала Алана Мамиева, о том, что земля мне храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. Да. Это абсолютно без границ, без разделения, без... вот того самого характерной черты Кали-Юги, которая называется сепаратизм, ну, нам нужно пройти эту, как бы, эпоху. Надеюсь, как бы, у нас есть шанс. Да. Я буду рада в качестве комментария разместить текст, вот тот, который подстрочен из арамейского. Да, пожалуйста, там комментарием сделай. Да. А мы придумываем будем благодарны, да, мы будем это... виртуальную комнату психологической разгрузки, чтобы дать каждому человеку по системе ключ, дать эту виртуальную комнату, чтобы каждый человек мог, где бы он ни находился, хоть в самолете, хоть в подводной лодке, хоть в гостях, хоть перед выступлением, мог быстро снять лишнее напряжение, выйти из зависания, включить у себя ресурсы и быть творцом. Да. Мы даем такую сейчас идею. Безусловно. Да, чтобы все метод подключались. Метод ключ, да. Методика. Спасибо. Стараюсь везде обязательно всем говорить о том, что если у вас как бы стресс, если у вас проблемы, первое, куда вам нужно, это познакомиться с методом ключ. Правильно. И надо дать им наш YouTube-канал и наш Telegram, чтобы они там смотрели наши ролики. Да. Да, и смотрели, как мы рисуем и говорим о выдающихся словах, которые говорили лучшие люди человечества, которые до сих пор несут в себе такой духовный заряд, который помогает миллионам людей. У меня была фраза такая, чем спасатель отличается от спасителя. Спасатель спасает ограниченное число людей, а спаситель всех. Да. Спасибо тебе огромное. Я хочу сейчас, чтобы мы завершили, потому что мы должны сейчас проводить Людмилу, и она должна пообещать, что придет и завершит эту картину, и мы покажем ее уже завершенной в следующий раз. Да. Я благодарю всех, да, кто являлся вольно или невольно нашими вдохновителями. Я благодарю Хасая, да, за то, что я впервые в жизни вообще взяла кисть. Покажи поближе, покажи поближе. Впервые в жизни взяла кисть. Как тебе, Евгения? И что-то полетело на это полотно. Как дети рисуют, вот так мы сейчас рисовали. Ну, два в общем, взрослых человека. На самом деле восторг. Восторг, релакс невероятный. Есть одна из форм разгрузки. Радость, да, радость погружения в какой-то удивительный мир собственных ощущений, где ты свободен, радостен и бесконечно счастлив. Да, вот это и счастье, творческий, да, процесс. Да. Когда мы созидаем, мы развиваемся, мы совершенствуем мир, мы становимся крепче. А когда мы разрушаем, когда мы не созидаем, то мы пропадаем и болеем. Открывайте все у себя творческие начала. У нас их больше, чем нам кажется. А мы вам поможем, друзья. Да. До встречи. До встречи. Пишите пока-пока комменты. В следующий раз благодарю, покажем картину уже в законченном виде. До встречи. Спасибо. Пока. Евгения, до свидания. Мы вместе двигаемся дальше. Поднимаемся на эту гору к небу. К небу поднимаемся. К звездам. К звездам, да. До встречи. Все вместе. До встречи. Так, я хочу посмотреть, где же у нас здесь процесс происходит. Вот он процесс. И посмотрите, как происходит процесс
Слушай, это райский сад, что ли? Эдем какой-то там появляется. Давай, мы покажем ее в законченном виде, когда ты еще когда, раз придешь. Да. И мы покажем ее в законченном виде, а сейчас мы соберем комментарии. Так я думал, мы уже закончили, а мы еще не закончили? Нет. А все, заканчиваем, да, все. Да, до встречи. Это только, так, это начало только набросок. Ну, человек первый раз. Первый раз? Вообще? Я взяла кисточку. Я чё? И смело начала. Да. Ой, это очень увлекательно. Смело начала вдохновлять очень, себя. Очень увлекательно. Вот почему она великая актриса. Да перестаньте вы, что вы как... Несмотря на свое прозвище Баба-Яга. Нет, это кликуха. Кликуха. На самом деле, да. Почему мы люди любим? Братцы, я желаю вам... Я желаю вам свободного... Свободного такого... Нам всем нормальным людям надо собираться. Творческого, да, творческого вдохновения во всех ваших делах. Печете ли вы пироги, не знаю, подметаете ли вы комнату, вяжете, шьете, да, просто или, гуляете с детьми. Или танцуете, да. Проявляйтесь по-человечески, проявляйтесь по-доброму. Да. Не ждите, что, я не знаю, у вас что-то прям получается лучше, чем у кого-то. Никогда не сравнивайте себя ни с кем, никогда. Просто будьте собой. А вы уникальны, каждый. Вот именно, вот. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Прощаемся. Не до долго. Пока. Пишите комменты. Пока.